А дети? Дети в булочных. О, это пара. Мать и девочка лет 3 с коричневым, неподвижным личиком обезьянки, с огромными, прозрачными голубыми глазами, застывшими без всякого движения, с осуждением, со старческим презрением, глядящие мимо всех. Обтянутое ее личико было немного приподнято и повернуто в бок, и нечеловеческая, грязная, коричневая лапка застыла в просительном жесте. Пальчишки пригнуты к ладони, и ручка вытянута так перед неподвижно страдальческим личиком. Это, видимо, мать придала ей такую позу, и девочка сидела так, часами. Это такое осуждение людям, их культуре, их жизни, такой приговор всем нам, безжалостнее которого не может быть. Все ложь. Есть только эта девочка с застывшей в условной позе мольбы истощенной лапкой перед неподвижным своим, окаменевшим от всего людского страдания лицом и глазами. Я чувствую всю ложность своего успеха. Я почему-то не могу радоваться ему. Вернее, радуюсь, и вдруг обожжет стыдом, тайным, бездонным, холодным. И я сбиваюсь. Мне отвратительно становится все, что я пишу. И вновь, и вновь, и вновь осознаю, холодно и отчаянно, что жить нельзя. Меня слушают, это факт. Меня слушают в эти безумные, лживые, смрадные дни в городе страдальца.